Запустила домой божьих коровок, а уже зимой они заполонили ей весь дом. Сначала две божьих коровки залетели и обосновались на потолке. Но позже они все чаще и чаще стали появляться около обеденного стола. К Новому году девушка обратила внимание, что божьи коровки не собираются впадать в спячку и в принципе даже улетать. И что самое интересное, стало намного больше. Но через месяц игнорировать их количество уже было просто невозможно. На семейном совете было принято решение переместить божьих коровок во двор, чтобы они там впали в спячку. Но решение было запоздалым, и поймать их было очень сложно. В итоге постояльцев безуспешно пытались выселить до весны, но потом они сами в один миг куда-то улетели. После этого женщина сказала, что никогда не будет помогать животным и насекомым.